Привет, меня зовут Юлия Барминова. В январе 2021 года нас с вами ждет новое морское приключение. И в частности, это связано с тем, и сюжеты были подобраны таким образом, что все мое творчество, и вместе с вами тоже я приглашаю как бы вас в этом поучаствовать. Мы как будто находились в порту, да, 5 последних лет, а в этом году собрали наши материалы, там скетчбук, краски, кисти, акварель, и сели на лодку и отправились там ходить под парусом в открытое море. Потому что в этот раз все сюжеты будут так или иначе связаны с парусным спортом, с яхтингом. У нас будет 3 разных истории, и сюжеты подобраны таким образом, и я как бы думала, как вот составить так лучшую программу. Они будут отличаться по цвету, то есть у нас будет совершенно разный колорит, мы будем писать каждый из них новыми цветами, разными оттенками. У нас будет бирюза, розовый, оранжевый закат и серая вода. Такая классическая, которую можно встретить на Волге, где-то в Подмосковье, на озерах, на Финском заливе в Петербурге. Вот. И мы начнем с бирюзы. Да, у нас будет определенная там пластика, определенный облачный достаточно свет, да, то есть там не будет никакого резкого контраста солнечного и цветового. Поработаем вот в этой всей там бирюзовой гамме, посмотрим на конструкцию лодки, когда у нее сложные паруса, когда там люди швартуются, готовятся к тому, чтобы поставить ее на стоянку. А второй сюжет будет очень контрастный, закатный. Это будут яркие оранжевые, розовые, темно-синие краски. Мы будем работать с маскировочной жидкостью. Будет совершенно новая пластика воды, новые цвета. Лодка будет уже с расправленными парусами, то есть она будет на полном ходу идти к солнцу. Вот. И последний сюжет — серый цвет. Мы будем писать этот сюжет, он с Волги. Там по колориту полдень. Сильный тоже контраст между водой и парусами. Интересное освещение, интересная пластика отражения. Тоже совершенно другая, она не повторяется как бы ни с одним из сюжетов. И мы будем работать вот в этой вот всей серой гамме от холодного, от голубоватого такого, когда небо отражается, до теплого отражения лодки и так далее. И по итогам этого марафона у вас будет такой очень хороший как бы набор, во-первых, грамотного построения парусной яхты, что важно, если вы хотите развиваться в жанре морской пейзаж. Разные по колориту смеси, да, от бирюза, оранжевый, серый. И набор совершенно разных вот пластичных как бы действий, которые наша кисть, да, может там давать для написания моря, там, реки, озера в разных ситуациях. Вот. Поэтому приглашаю вас рисовать со мной. Будет интересно. Будем виртуально ходить по парусам в январе 18, 20 и 22. До встречи!